Здравствуйте, друзья! И в этом видео я расскажу вам, как снимать краску с пластиковых моделей. Это может быть любая модель, как самолета, корабля, так и автомобиля, или любое другое пластиковое изделие. И метод, который я использую, он не портит пластик. Как видите, пластик остается в его первоначальном состоянии. Данная модель с уже снятой краской. Остались мелкие участки, на которых еще имеется краска, но она будет также удалена. И для снятия краски я использую тормозную жидкость. Это может быть абсолютно любая тормозная жидкость. Я использую с маркировкой DOT 4, она более густая. И все, что вам надо сделать, это поместить ваше изделие в какой-либо резервуар, наполненный тормозной жидкостью, и оставить ее на определенное время. Данная модель, она пролежала 2 недели в тормозной жидкости. Как видите, краска, она просто отслоилась и оставила очень чистый пластиковый кузов. Остатки краски, которые не растворились, а остались на кузове, я снимаю при помощи острого скальпеля. Аккуратно соскальпливаю, и остается очень хорошая пластиковая деталь. Потом модель шлифуется и, соответственно, красится. Данная модель также будет в ближайшее время покрашена. Я сделаю видеообзор, когда модель будет собрана. И с пластиком надо быть более аккуратным. И ваши детали, которые прозрачные, из прозрачного пластика, если они покрашены, то этим методом снимать краску не рекомендуется, потому что они просто помутнеют и станут матовыми. Для металлических моделей я использую более агрессивное средство. Когда я буду снимать краску с металлической модели, в следующий раз я сделаю видео. И спасибо за внимание. Если есть у кого-то вопросы по снятию краски с пластиковых деталей, задавайте, я постараюсь на них ответить. И увидимся в следующем видео.